Друзья, всем привет! Сегодня мы с Софией отправились в магазин за подарком нашему папе. 1 февраля ему исполняется 50. Предлагаю пошопиться с нами вместе по одному из самых популярных, наверное, в Корее магазину Аулету. Большое количество магазинов этой сети располагаются именно в пригородах. В Сеуле их не так много. Поэтому пошли, погуляем. Здесь такое потрепанное здание. Очень старые все эти аулеты строились. Это одни из самых первых шопинг-центров в Корее. Не знаю даже, сколько ему лет, но несколько десятков. Сейчас, конечно, уже так не строят, похоже. Но зато здесь все, всего очень много и все очень дешево. 10 этажей шопинга. На каждом этаже что-то свое. Мы сейчас едем на первый этаж выбирать мой подарок. Софья, был салька, папа. Чигап? Да, чигап опса, папа. 지갑이 완전 이렇게 다 찢어지고 Кре, вода. Здесь вот на первом этаже идет косметика всякая корейская и всевозможные вот такие скидки. 80% скидки. Аулет? Есть аулет. Вот тут вся одежда брендовская. В основном много корейских брендов одежды. И да, все со скидками продается. 여기 지갑 있을걸, 소피아? 이런데? Тут вот такой вот отдел ширпотреба. Как раз можно подарок здесь приглядеть для мужа. Он у нас... Муж у нас дорогой, не разрешает себе покупать. Самое-самое дешевое. И вообще очень обижается, когда ему что-то покупаешь. Может, тебе для школы надо этот рюкзак купить? Хакюкаба. Нет? Не хочешь, не хочешь? А? 이런 건 아니잖아, 근데. 에이? 이렇게 커? 중학교 2학년 되잖아. 너무 크잖아. 어디가 대체? 야, 책 없어도 무거워. 왜 이런 색깔 좋아? 어이. 아, 바꿔보자. 캡캡, 새끼, 캐드. 진짜 такое. 집안에서 신을 거. 아니, 집안에 신는 건 아닌데. 이건, наверное, какой-то корейский бренд. Бренд не до бренд такой. Обувь не до обувь, сумки не до сумки. Так, вот мужское отдел. И здесь есть мужские сумки. Нет, сумки есть, значит, должны быть кошельки. Кабаны смены на чекаптую сразу. Чекапокса? Ремни даже есть. Кошельков нет? Кошельков нет, ну ладно. Кошельки, наверное, отдельно в каком-то отделе могут быть. Я даже не знаю, никогда не покупала ни разу. Обычно кто-то дарит. Вот такая вот мужская обувь. Здесь есть кожаная, наверное. Не знаю. Так, вон портмоне какие-то. Но это, по-моему, женские. Нет, мужские. Да, мужские. Мам, виден гопчи. Не, а не у вас я? А, не. Но мучака? Я в них ничего не понимаю. Значит, габна, а мы думали, да, синча. Кунгуя, чуть ли. Иго кунгуя? Чакчи. А нет, я руки на нем. 나이대가 어떻게 되세요? 50 50대면 저는 이런 거 중지갑 쓰시나요? 이것도 괜찮으시고 이것도 괜찮으시고 이런 거 좋아하시면 이런 것도 좀 생각한 그런 거 있으시죠? 50대는 바로 해야지 이것도 저희 식당 그런 거 같아요 단지갑보다는 또 중지갑 좋아하실 것 같아서 50대는
이게 참 좋은 거예요. 이거는 아, 제일 비싼 거 10만 원. 네, 10만 원짜리를 30%에서 6만 9천 원까지. 제일 좋은 거예요. 제일. 이거 가죽이에요? 네, 천연 소가죽이에요. 이거는 어디 거예요? 브랜드가? 엘레간스. 한국 브랜드? 네, 네, 네. 엘레간스. 좋아? 응. 어, 여기 제일 괜찮아. 어디 갔다 오셔도 다 이거 많이 하세요. 포장 싹 해드리니까. 네. Ну вот, Софья выбрала папе подарок. Ну, это от меня будет подарок, она от себя уже купила подарок. Вот от меня будет такой кошелек. Так как я в них ничего не понимаю, я Софью с собой взяла. И все. Нет, все. У меня лимит исчерпан, денег нет. Хватит. Анджелина, Анджелина, аппа ты чунусома. Анджелина, так вот, я кушатчана. Оля, кабулька? 배고파? 돈 없어. 다 выбрала самый дорогой кошелек. 제일 비싼 거 굴렸잖아. 나 돈 다 썼어. 나는 5만 원까지인 줄 알았어. 5만 원까지. 6만 9천 원이면. 야. 원래 근데 지가 비싸. 아니야. 싼 거도 있었지. 좋은 거잖아. 왜 제일 좋은 거 사야 돼? 아빠한테? 아빠 그거 10년 넘게 썼잖아. 그래? Так, вот тут идут уже этажи с одеждой, с женской. Здесь вот на втором этаже это такой леди стайл. Для женщин таких уже солидных. Не молодежная одежда. На третьем этаже идет молодежная. Вот здесь вот такое вот все. На этот этаж я никогда не захожу. Я дама не солидная. И классику не люблю вообще. Мне нужно что-то спортивное, удобное. Вот, а со стилем я не парюсь вообще. Тут вот уже для бабушек идет. Для, ну, не для бабушек, для женщин после 55, после 60. Вот так. Женщины. Это сейчас не бабушки. Бабушки сейчас после 80, да, считается. Для женщин солидного возраста. Видите, и везде очень огромные скидки. Но все равно очень дорого, потому что одежда вся эта фирменная, фирменная. Забыла я. Это слово называется. Фирменная. Да. А, вы. Мому гошпинде. Мому гошпинде. Чуба ханджаси, чонуни, чонуни, чонуни. 천 원 했어. 어, 그러니까 천 원. 남았어. 그러니까 천 원으로 한 접시만 먹자, 진짜. 한 개? 한 접시라도 먹자. 다, вот здесь молодежь. 이제 так, ты куда поехала? Давай немножко хоть заснимем молодежной моды. Да, и вот тут уже такое идет. Иди вперед, а то сейчас люди начнут на меня глазеть, что я снимаю. Видите, какая красота. Ну, такое вот еще я могу одеть, но ну, все-таки лучше спортивное. Все-таки лучше спортивное. Ну, джинсы, да, можно. Джинсы, кофту, такое я люблю. А какие-то уже блузы, но это редко. Пиджаки редко. А, пальто редко. В основном я ношу такое. Пуховик. Спортивные какие-нибудь. Леггинсы, штаны. Ну, такая вот. Очень много одежды. Это, конечно, все сходить, снимать, не переснимать. А когда вы сюда попадете, если вы любите одежду модную, то, в общем, для вас это будет рай такой. Конечно, здесь я не скажу, что самая-самая модная собранная одежда. Все-таки самая модная, это надо на Тандемоне искать. Там вот всегда новые коллекции, когда выходят, они самые первые появляются на Тандемоне. Потом уже в магазинах. Но все равно очень много крутой одежды. Смотрите, какое пальто офигенное. А, пальто, я люблю тебя. Так, пошли отсюда со своей одной вонючкой. Чунун пакён дэ ирон дэ танё.
Пойдем одно суши купим, съедим с горя. У меня, конечно, карточка есть, я могу тратить карточку, но... Как бы пошли мужу за подарком и тратить его карточку. Наличка тоже его, конечно, но она как бы моя зарплата месячная. И а карта это уже перебор. Ну, придется тратить, что ж делать теперь. Сердцу-то не прикажешь. Классное пальто. Потрясающе. Вот так вот, вот это вот классно. Классно. Жаль, что я такой не ношу. Много-много-много одежды. Супер, да, ну вот как ты его кончим обчить. О, тут где стоит ноги, а вот А Юген на джума учит. Могулько то манчи кончим. Ибнен гопога. Так пою. Так, а здесь на четвертом этаже, кеджо, вот здесь идет тоже молодежка, плюс спортивка, тоже идет, да, кеджо, короче. NBA. Здесь совместное и мужское, и женское, в стиле кеджо, и спортивный какой-то стиль. Кельвин Клайн, он джинс, ну все такое. Ладно, пойдем. Да, я хочу детский еще показать этаж, потому что очень часто и в основном одежду я беру здесь. Ну, не в основном, но часто. Что им такое надо, я... Это такой самый-самый средний сегмент на широкого потребителя, так сказать, одежда ширпотреб. Но бывает, что здесь что-то попадается интересное. Это вот весь этаж для мужчин, для мужичков. Мы не будем ходить, не интересно. Знаешь, какие красавцы. Это метис пацан, видно сразу. Корейцы, европейцы, смешанные. А это детский этаж? Да? Да. Детский этаж. И очень много детской одежды. Фирмы как дорогие. Вот, например, Black Yak. Это дорогая фирма. Спортивная. А мы уже Синбиапат. А, Синбиапат. Нам саллагу хиненде на. А тишесы аниго? Кабан. Хакю кабан. Вы? Анжелина, вы как курсак кабан? И здесь вот школьные рюкзаки, но это для младших школьников. Софья такого же не возьмет. И да, очень много-много-много одежды, но все так смотрят, неудобно снимать. Сейчас могут запретить в любой момент снимать, потому что в магазинах в Корее снимать запрещается. А, пистанго есть у тебя? Корейская мода. Каждый... Ханбок. Да, ханбоки продают скоро же со мной. И каждый отдел, это разный стиль абсолютно. Это вот такой стиль прованс. Я люблю, но Ангелинка не любит. Она жопа с ручкой сейчас. Только спортивные костюмы носит. Чтобы на нее надеть юбку, это просто невозможно. Столько много красивой, очень красивой детской одежды. Ой, куда-то я врезалась. Тут вот совсем на бэбиках. Эги кокиопти. Данбок. Апега, апега. Видите, классно. Шерстяной. Софью вперед толкаю, чтобы как будто бы я ее снимаю, а не в магазине. Спортивно. Тут белье, пижамы, ночнушки, пижамки. Ну, аллоджо поеджо. Штанишки тепленькие. И год чего.
내가 뭐 알지를 못하는데. Такие вот всякие анимашки, сумочки, вон с акулами, со всем чем хочешь. 여기 Тут такое, что любят дети и не любят родители. Вот такая вот всякая фигня. Такие есть девы. 우리하고는 거리가 멀죠. Это точно. У нас такое никто не... Не в нашей семье, как говорится, такое. В общем, вот. Ты куда меня тащишь? Опять в едальню какую-нибудь? Эскалейта, эскалейта. Мокидарю, мокидарю. Эскалейта улагаю, ханчильма. Так мило, почему у меня девчонки не девчонки? Уж лучше бы тогда мальчишками родились, если не хотят такую красоту носить. Анджелина, его и были на Ульмана и Пугиса. Чу, куда она босики? Сосранка. Вот такое бы она надела с динозаврами пижаму. Всегда в мужских отделах ей покупают, пацанячьих, потому что на другое она не надевает. Пойдем. Улегает. В общем, если вы будете в Корее, да, если вы приедете в Корею с детьми и захотите пошопиться, ищите всегда Ньюко Аулет. Тут для праздника, для пати. Смотрите, как прикольно. Это такое. Ладно. Это на запах идет. Дэнси Тараган Гузичин. Как в этом мультике, помните? Чиз. Ага, здесь еще Modern House. Нам надо собачке купить постельку. Супя, ури, Ева, кого? Чем ты сайда? Modern House, это все для дома. Это типа такая Икея. Корейская Икея. Здесь вот в основном всякая такая вот мелкая ерунда. Хотя мебель тоже есть, но такая не крупная мебель. А небольшая. А так здесь в основном все для дома. Так, Каначико. Тоже довольно все неплохого качества. И это такой самый бюджетный такой сегмент. Ну, как и в Икее, в принципе, то же самое. Качество так себе, но и цена недорогая. Чисто корейский такой вариант. Минимализм. Это тоже классно. Красиво. Такой органик стайл. Часы, зеркала, чайники. Всякая фигня. Вот такой батут мы здесь покупали. Даже какие-то детские игрушки есть. Канади и Кодичи. Пойдем. Шинасовая аджума. Посудка детская. С динозаврами есть. С акулами есть. Наборы. Угу. Любимые ангелинки, акулы. Стаканчики такие. Кио. Его салька и чика хальте чигум копопсо. Катя. Вот такая вот здесь есть мебель. Небольшая. Не крупная. Мелкогабаритная. Как в Икее. Тоже есть стол, конечно, не такой навороченный, как у Софьи. Все есть.
Диванчик, вот, например, такой стоит 199 тысяч вон или где-то 160 долларов. 150-160 долларов. Хватит чихать уже мне здесь. Такие вот даже есть кровати, шкафы. В общем, ладно, где нам это? Для собак подушечки. Всякие цветочки, свечечки, вонючечки. Кры, вот он. Кот? Все помешались на этой Миссе Монди. Это самый такой крутой теперь пиар-ход, это Миссе Монди. Все теперь от Миссе Монди продают, даже цветы от Миссе Монди, порошки от Миссе Монди, белье от Миссе Монди. Миссе Монди — это вот эта мелкая пыль, и кто-то неплохо на этом зарабатывает сейчас, на этом пиаре от Миссе Монди. Так, надо спросить, короче. А, я вспомнила, это в том конце. Это в том конце. Собачьи. Очень много шторок всяких разных. Как детских, так и не детских. Здесь шторы беру я в основном здесь всегда, в этих магазинах, в аулетах. Меняю их очень часто, шторы. Поэтому что-то сильно дорогое не беру. О, йоги санунде. Одигатси. Мурабайдагене. А, канади. А, вот так вот прошла и не увидела. А что их вместе с детьми? Тут главное детское постельное белье. Кстати, постельное белье в Корее просто бомбическое. Очень крутого качества. И рядом с детьми, да, взяли, поставили для собак. Ну, в принципе, собачки для корейцев — это как дети. Не те, которых едят, а которых держат дома. Собак. Игон Гинчанча, на, чеби. А, ее можно вот так раз. Ну-ка, держи ее, меня не могу. Нет рук у меня. Так, Ева, подожди. Ее можно вот так. А, и вот так пристегивается она тут, да? Вот так ее пристегнуть, и будет просто такая. А потом... А, так, тут для кошек. Ну, что-то небольшое здесь для собак, конечно, выбор. Я ждала, что будет больше. Такие вот лесенки ставят собачкам, чтобы они забирались на кровать, на диван. Ужас, да? Мы своим не позволяем, конечно. Вот, друзья, купили мы домик для собачки, вот такую конурку, чтобы она пряталась от нас. И на следующий этаж поднялись, чтобы поесть.